Жители Саратова получили уникальную возможность бесплатно проехать по городу на спортивном такси премиум-класса. Этим проектом компания МТС Саратов наглядно демонстрирует скорость передачи данных, которые предлагает своим абонентам. О сотовой связи будущего в нашем следующем сюжете. За деловым завтраком МТС Саратов делится с журналистами достижениями и планами на будущее. Год назад компания запустила в Саратовской области сеть 4G, предоставляющая абонентам интернет на скорости до 75 мегабит в секунду. Новинка стремительно набирает популярность. Каждый месяц интернет-трафик в сети 4G МТС прирастает на 10-15%. В целом интернет-услугами уже пользуется каждый второй абонент МТС в регионе. Сотовый телефон уже не столько средство общения через СМС и голос, сколько передача данных через интернет. Вместе с мировыми тенденциями в этом направлении развивается и МТС. Мы будем продолжать развитие сетей 4G. Мы будем сейчас идет просчет наиболее интересных для нас мест для развития этой услуги. Кроме того, мы сейчас продолжаем строительство сетей и 3G, и 2G. То есть мы активно расширяем свое покрытие по территории Саратовской области. Сетью 4G от МТС уже охвачены самые густонаселенные места Саратова и Энгельса. В областном центре лидеры потребления – Октябрьский, Фрунзенский и Ленинский районы. Скорость 4G интернета от МТС можно ощутить непосредственно, промчавшись по Саратову на эксклюзивных спортивных суперкарах. Мы очень рады, что к нам в город приехали эти замечательные автомобили. Доставка пользователей при заказе такого такси абсолютно бесплатна. Это тоже приятный сюрприз. Бесплатная поездка на 4G автомобиле может выпасть любому позвонившему в службу «Алло, такси». Кстати, пассажир красного авто почувствует скорость и снаружи, и внутри. Салон оснащен 4G Wi-Fi роутером. Авто, брендированное логотипом МТС, будут гонять по Саратову еще 2 недели. Александр Старков, Юлия Николаева, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.